Любители лихой езды и нарушители правил дорожного движения, добро пожаловать в нашу программу. Неравнодушные к хамству на дорогах автолюбители по-прежнему активно используют группу «Автохам» в социальных сетях. За минувшие 7 дней у нас снова накопилось множество роликов, которые зафиксировали вопиющие нарушения элементарных правил дорожного движения. Не теряя времени, переходим к их обзору. Итак, поехали. Поселок Куяр. Знаки и разметка ограничивают скорость и запрещают обгон. Водителю иномарки до этого дела нет. Лихо поддав газу, он совершает запрещенный маневр прямо на глазах у сотрудников полиции. Вдогонку никто не бросился, значит, безнаказанность спровоцирует и новые нарушения. Перекресток бульвара Чивайна и Петрова. Знак движения по полосам по-прежнему действует не для всех. Вот и сейчас водитель микроавтобуса устремился прямо из правого ряда. Нервная суета на перекрестке возникла всего лишь из-за простой невнимательности. Совсем недавно с деревьев опали последние листья. Вместе с ними осенний ветер сдувал и плохо закрепленный груз. Владелец регистратора не сплоховал и сумел объехать далеко не маленький летающий сюрприз. А вот заметил ли пропажу растяпа хозяин, так и осталось неизвестным. Сильно поспешишь, нарушишь правила и станешь героем нашей программы. Иномарка мчится по водопроводной. Попутчика ее водитель обгоняет прямо на пешеходном переходе. Заодно он еще и выскакивает на встречную полосу. Видимых причин для этого нет. Значит, нет и оправданий. Ленинский проспект. На светофоре красный. Автор видео останавливается. В то же время сразу несколько автомобилей резко стартуют на запрещающий сигнал. Такие случаи происходят здесь часто, а их причина – банальное пренебрежение правилами дорожного движения. Перекресток Царьградского и Воскресенского проспектов. Зеленая стрелка, разрешающая поворот налево и разворот, погасла. Но владелец легковушки и не думает тормозить. Он использовал мгновение, когда встречный поток только еще собирался двигаться. На этот раз, к счастью, все обошлось. Улица Соловьева. На светофоре снова красный. Автор видео вроде бы первый поворачивает налево, но это ему только кажется. Темный седан, как молния, лихо выворачивает из правого ряда налево. Есть у нас еще люди, которые свысока думают не только о секундах, но и о ситуации на дороге. Если вы за рулем и вам не все равно, что происходит на наших дорогах, то снимая на регистратор или телефон те или иные случаи хамства и пренебрежения правилами дорожного движения, вы можете выкладывать их со своими комментариями в социальной сети ВКонтакте в группе «Автохам». А мы расскажем о них в нашей программе. На сегодня это все. Доброго всем пути и удачи на дорогах.